Я в замешательстве. Я только и слышу от вас, жалких трусов, какие вы бедные. Что вы не можете позволить себе такие налоги. И тем не менее, вам каким-то образом удается собрать деньги и нанять профессионального стрелка, чтобы убить меня. Откуда взялись эти деньги? Что я должен думать? Если у вас столько лишних денег, придется повысить налог. Потому что вы не понимаете главного. Это мой город. Вы доживаете до рассвета только потому, что я это позволяю. Я здесь главный. Я решаю, кому жить, а кому умереть.